Чуть больше месяца осталось до проведения в Баку одного из самых крупных событий спортивного мира этого года – четвертых игр исламской солидарности. Грандиозное спортивное событие стартует 12 мая и соберет в азербайджанской столице тысячи спортсменов, которые примут участие в спортивных состязаниях в 20 видах спорта. В преддверии спортивного события спортивный клуб «Эль-1» провел отчетную пресс-конференцию о работе по пропаганде четвертых игр исламской солидарности. В соответствии с разрешением оргкомитета мы используем на наших мероприятиях логотип исламских игр. Мы уже провели несколько кубков по смешанным единоборствам, в том числе Кубок Карабаха в декабре прошлого года. В феврале за 100 дней до начала игр прошел Кубок Баку. Заключительным нашим мероприятием в преддверии четвертых игр исламской солидарности станет международное гран-при, которое пройдет 10 мая. Bu tədbir İslam Həmri oyunlarının sonuncu təbliğat xarakteri.